Здравствуйте! Сегодня на душе чувствуется облегчение, потому что заканчивается период ретроградной Венеры. После обеда хорошо заняться шопингом, купить что-то приятное, побаловать себя и близких. А еще день подходит для обучения и для тренингов, и для решения юридических дел. Спорт также внесите в план на сегодня, а вот на дороге будьте, пожалуйста, аккуратнее. Всего хорошего вам и до встречи завтра!